Сейчас я вам покажу, как вязать. Берем акриловые нитки, берем крючок, делаем узелок, делаем 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы с вами сделали воздушные петли. Делаем первый ряд. Просовываем крючок, обхватываем. И теперь вытягиваем ниточку. Просовываем, обхватываем. Получилось 3 петельки. Из 2 петелек мы делаем одну. Протягиваем. Протянули. Из 2 петелек сделали одну. Из 2 петелек делаем одну. Просунули крючок. Вытянули. Из 2 петель сделали одну. Просунули. Из 2 петелек сделали одну. Вязать крючком это легко и просто. Это можно связать очень красивые изделия.